24 апреля был объявлен всероссийским субботником. В этот день Десногорское местное отделение партии «Единая Россия» при поддержке городских сообществ приняли участие в городском субботнике. Акция прошла вместе с депутатами Десногорского городского совета, молодежным советом города Десногорска, городскими волонтерами комфортной городской среды, представителями мотоклубов «Ночные волки» и «Ночные валькирии» и просто неравнодушными десногорцами. Хочется сказать слова огромной благодарности членам местного отделения «Единой России», а также тем городским сообществам и неравнодушным жителям, которые сегодня в прекрасный субботний день, утром, не пожалев своего времени, вышли, чтобы сделать наш город немножечко чище. Мусор был убран на части городской набережной и лесопарковой зоны около атомпарка. На территории пляжа также проводилась уборка членами партии ЛДПР.